Привет, друзья и гости моего канала. Как всегда, у нас этот кусочек, у меня последний остался, их там два было куска вот в этой в пластиковой, в этой посудине. Такой, ну знаете, в магните продаются такие вот, они квадратные, и там две селедины вот так лежат, и кусочек маленький. Я сегодня решила картошку отварить, друзья. Ой, как она, вот отварная картошка. Боже мой, когда сварится, воду сольешь. Знаете, запах такой от нее идет. Ой, это просто, это вообще. Всем приятного аппетита. Вот я решила картошечку сегодня отварить. Молоденькую бы, конечно, вместе с шелухой. Вместе с кожурой. Кожура. Многие, да? Как только не коверкают язык русский. Притрусить. Посыпать. Ну, выдумывают же такие слова, да? Вообще, как в голове у людей вот эти слова, а? На русский же язык учили. Я прям ничего не понимаю. Да всяко говорят, не только это слово. Не только это слово. Ладно, пусть говорят. А еще как говорят, я вчера слышала. Но мне вот это сейчас на ум пришло. Ой, да как только, короче, не говорят слова. Всяко. А как же еще, глянь, ну вот вылетело, села жрать. И вылетело мне из головы. Ой, картошечка отварная. Это в магните. Вот я пятерочку вчера брала. Это вообще объедение. А я, знаете, что? С селедкой хорошо помидоры. Свежие. Я думаю, глянь, у меня кетчуп есть, Таня. У тебя есть кетчуп? Давай. Шашлычный, вот этот махеев, друзья, очень вкусный. Там прям свежие кусочки попадаются. Я, правда, не прочитала, чего там свежие кусочки, может быть. Ну, какие-то кусочки там попадаются. Может быть, но это не лечо, не перец. Кетчуп со специями натуральный, с натуральными специями. Ладно, всем приятного аппетита. Надо будет порезать мне. Ой, уже 2,5 минуты, 3 минуты. Я все никак не начну кушать. Ладно, друзья. Ой, слюной давлюсь прямо. Ой. Добомбила я эту кучу вчера, жгла. Ну, вы знаете, ой, я вчера дерево пилила. Я сегодня еле поднялась. У меня так спина болит, так руки, все тело болит. Я и лошадь, я и мужик. Я и баба, я и, как, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот такие стволяки пилила. Абрикос у меня там старый, стоит стародревнее. Он погнали наших городских. Тут я еще с баночки вот с этой. А не баночка, контейнер такой плоский. Слила масло. Лук. Ой, оттуда отломила хлеб. Ой. Вкуснятина. Я сегодня в Калач ездила по делам. Да, снова по делам. Деловая, скажи. Где сидишь? Вкуснятина, боже. Ну вот эта рыба, знаете, на что похожа? На норвежскую селедку, которую мы вот резали в Санкт-Петербурге. Вкус прям вот точно норвежская селедка. У меня этот
Пластиковый контейнер есть? Почитаю, чья это. Вот прям копия норвежская селедка вкус. Ты посмотри, рвется барсик. Только пришел с улицы, опять на улицу. Угу. Ой, на норвежскую как похоже. 20 минут назад зашло в дом. Пуся и барсик целый день были на улице. Гля, пришел и на улицу назад. Он сейчас не ночует дома. За моей мышкой бегают коты. И он. Но вы знаете... Он у меня мальчик, он у меня ни разу ни с кем не был. Он у меня домашний-домашний котик. А в этом году, ну вы знаете, коты бегут за ней. И он вроде как пристраивается, да, за ними. А потом минут через 20 смотрю, выхожу, а он такой, такой грустный сидит на порожках. Такой грустный сидит. Я говорю, Бася, ты чего? Ну, там, наверное, коты атаковали Муську, наверное, а он боится. Он же ни разу не совсем ничего с кошками-то. Ну, там, наверное, чужие кошки, вот эти коты. Ну, поэтому, он, наверное, немножко опасается. Ну, первый раз мальчишка. Я сейчас смотрю, опять на улицу рвется. Как раньше, помните, реклама была по телевизору? Мой сын стал мужчиной. Едет негритянка, негритянка, песню поет на тележке. Такая вот на коляске едет. Мой сын стал мужчиной, поет. Вот такой барсик мой. Ой, картошка такая вкусная. Вода. Поехала в Калач по делам. Но я не по магазинам поехала, по делам. То я ездила в теплой кофточке. Карточки у меня там. Сегодня у нас 23, друзья. Прям вот жарко было. Погладила футболкой, поехала. Она с карманами, футболка. Зашла в магазин. Килограмм, это самое, хлопьев овсяных хотела взять. Я по утрам кашу варю. И пиццу себе заказала. Большая такая хорошая пицца. 65 рублей, что ли? Но я сама пиццу делаю. У меня ролики есть. Ниже, 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 ниже опуститесь. У меня домашние пиццы есть, где я самое кушаю. Не хочу. Заказал килограмм этого. Хлопьев и пиццу. А главное дело, карточки мне лежат. Бац, 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 а это не те карточки. Ой. Ну, не расстроилась, короче. Думаю, ладно, у меня манка есть. Там с полкилограмма еще. Маночки сварю. Ну ты чё, мой мальчик, а?
Сейчас поем. Нашла фильм. Ну, я просто через микрофон. Сказала это самое. Фильм с Дмитрием Исаевым. Дмитрий Исаев, знаете, ну, вот такой артист. Ну, вот там одна, один нашла фильм. 3 с лишним часа идет, представляете? Забыла название. Вот буквально вечером нашла. Думаю, гля, я этот фильм не видела. И включила вот эту вот компания «Упс». «Упс». Это вот хорошая компания. Еще вот этот «Медиа» хорошая компания. Это «Упс». Вот это тоже хорошая компания, кинокомпания. Начало прям хорошее, такое интересное начало началось. Ну и, короче, некогда мне было смотреть. Сейчас поем. Я же этот фильм посмотрю. Ну, если бы название я знал, я бы вам сказал, ребят. Там их много мне открылись с Дмитрием Исаевым. Так вот, напишите фильм с Дмитрием Исаевым. Куча вам откроется. Вы артист, знаете. Он и добрые роли играет. И злые играет роли. Такой, знаете, он, как этот. Да какого-то психического маньяка играет. Находит на него. Есть такой фильм. Так что давайте с вами посмотрим сегодня с этим артистом фильм. Найдите. Но я редактировать буду ролик и напишу вам название. По-моему, там 3 с лишним часа идет. Ну, может быть, несколько серий. Наверное, 2 или 3 серии. Наверное, 2 серии, наверное, подряд. Ой, вкусно-то как, а? Сейчас скажут, ну что раньше-то не могла почистить? Не могла. Некогда было. Да, сегодня прям жарко, 23. Вот этот отрубной хлеб вкусный. Наш, волгоградский. Ну, он дорогой. 30 рублей стоит. Отрубной. Отруби эту выкинь. Ой, это вкусно, а. Вот этот кетчуп, друзья, махеевский, шашлычный, берите. Вот такой. Вкусный-вкусный, правда?
Очень вкусный. Обалдеть. Ладно. Ой, я хлеба уже обожралась. Ой. Какой аппетитный кусочек. Просто, ой, вообще обалденный. Норвежская селедка. Она вкус. Да. Норвежская селедка, да, она крупная и жирная. Но у нас на Волге тоже хорошая селедка. Но мне кажется, она у нас не такая крупная. Ну почему? Есть крупные селедки. Ладно. Скажи, знахарь сидишь. И люди все разные, да? Есть мелкие, есть крупные. Ой, я когда поела ту половинку? Позавчера? Или 2 дня назад? Ой, я весь вечер опивалась. Я столько воды за вечер попила. Вот говорят, рыбка любит воду. Угу. Это соль, соль. Поэтому и воду хлебаем много. Соль. Вчера я слушала... Ой, уже 18 минут. Ладно, друзья, потом. Напомните мне про ванну с солью. В следующем. Или здесь в комментарии напишите, чтобы я на следующий ролик не забыла рассказать про соль и ванну. Одного мужика слушала. Ладно, друзья, на этом пока. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк. Друзья, заходите на мой дзен. Я оставляю под роликом в описании. Оставлю 2 канала, и тот, и этот оставлю ссылочку. Спасибо, друзья, за комментарии, за добрые, за вашу доброту ко мне. На этом пока. И доброй всем ночи. Опять закрыла. Всем добра. Чуть я наелась, прям так что-то спать так захотела. Прям мне сейчас, короче, лягу, вот тарелочки перемою. Всем добра. Опять начала. И все, и ляжу в люлю.